12 июля 1783 года в Петербурге открылся Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского. Зал театра вмещает 2000 человек. Его освещает непревзойденная по красоте трехъярусная люстра из бронзы. Вес этого гигантского светильника составляет 2,5 тонны. Любители этого театра раскрывают секрет. Слушать оперу лучше всего на третьем ярусе, а смотреть балет нужно непременно в бельэтаже. На этом уровне хорошо виден рисунок танца. В этот день, в 1916 году, родилась Людмила Белова, знаменитая женщина-снайпер. В 15 лет она вышла замуж и взяла фамилию мужа – Павличенко, под которой потом и вошла в историю. В начале войны 25-летняя девушка добровольно отправилась на фронт. Еще в университете Людмила занималась в стрелковом кружке, поэтому хорошо владела оружием. Сослуживцы отмечали, что Людмила не только метко стреляла, но и обладала чутким слухом, безупречным зрением и сильной интуицией. Она наизусть помнила баллистические таблицы, точнейшим образом вычисляла расстояние до объекта и поправку на ветер. На фронте девушка провела всего год, после чего получила ранение. Но за это время Павличенко уничтожила 309 солдат и офицеров противника, за что с подачи американских журналистов получила прозвище «Леди Смерть». По мотивам биографии Павличенко снят фильм «Битва за Севастополь». 12 июля 1946 года родилась советская и российская певица Валентина Толкунова. Ее голос называли «хрустальным», ее песни знала наизусть вся страна. Свой талант Толкунова проявляла с детства, устраивая дома маленькие концерты. Заметив вокальные данные, родители отдали девочку в хор. Будучи студенткой Московского института культуры, она познакомилась с руководителем знаменитого в 60-е годы оркестра «ВИО-66». Он взял ее в свой коллектив, и вскоре Валентина стала знаменитой певицей. Звездным стартом для творческой деятельности стало исполнение песни «Стою на полустаночке» для фильма «День за днем». Примечательно, что каждое выступление Валентина Толкунова украшала косу жемчугом. А рельсы-то как водится, у горизонта сходятся. Где ж вы, мои весенние года? Где ж вы, мои весенние года? А на Южном Урале произошло следующее. Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения челябинской художницы Ольги Петровны Перовской. Основные жанры творчества – пейзаж, натюрморт, портрет. Главная тема работ – Урал и его люди. На эксклюзивной выставке старейших художников Южного Урала в Челябинске в 1980 году было представлено 58 ее работ. Произведения Перовской хранятся в фондах Челябинской областной картинной галереи.